вообще. Я тоже вижу рядом машина проезжает, думаю, ну может все-таки, ну вот же она, вот она рядом, ну получилось. Ну ты где-нибудь ошиблась что-нибудь? И не раз. И не раз? Ну там пару моментов видно было, что меня чуть не завернуло, так что я думаю, это прям было видно, что вот-вот почти. Приедет. Это что такое? Сейчас кто выступает? Новички. Полный привод? Да. А что, новичков больше в этом году? Да. Да? Больше, да. Я тоже как можно стараюсь всех зову, чтобы приехали к нам. Я тоже передний привод, сегодня много новичков. Да? Там всех созываем, а то молодежь что-то не катается. Правильно, на парковках там свои пятаки крутят, да? А сюда я назову, а что там делать, говорю, здесь все учитесь кататься. Правильно, правильно. Сегодня будешь биться за первое место? Как пойдет, сейчас коалу катаю, там уже видно будет, зачем мы биться будем. По светлу поедешь? А? По светлу поедешь сегодня? Есть надежды, есть. Есть надежды. Да, народу поменьше, так что может быть и да. Ты что, получается, лучший в квали? Второй, по-моему, в квали. Второй? Да. А гонка у тебя первая? Первая гонка, второе место, вторая гонка, первая. Блин, ну поздравляю. Ты вообще красавчик. Причем у тебя опыта не было, да? Ну, такие гонки первый раз участвую. Понял. Ну давай, удачи тебе. Спасибо. Митсубиси или Тойота? Да. Кто за кого болеет? Какие вопросы, да, конечно, Суба. Кого болельщиков больше? Да. Кто тебя победит? А ты что думаешь? Я думаю Субару. Субару? 100% ладно, Субару. Это два человека за Субару. Ну потому что здесь два Субару. Ты себя сейчас не спрашивал? Поспрашиваем дальше. Да у меня-то сейчас спрашивают, конечно. Конечно же Тойота. Митсубиси, но не моя. Да. Москвич? Москвич 2141. На? Мотор Honda V6 3.2. Объем 260 сил. Ё-моё. Трансмиссия Subaru Legacy. Полный привод. Что тебе пришло в голову такое собрать? Ну, это не первый проект такой. Первый такой москвич собирал друг мой, Олег Гордеев. И как бы вот на него, глядя, тоже решил. Сначала на переднем приводе собрал. Потом уже свапнул на полный. Вот. В планах как бы поставить еще турбину, ну и
примерно там плюс-минус 400-500 сил снять с ним. На Honda Motor? Да, на Honda Motor. А вы же не местные? Я Сачинска. Сачинска? Приехали чисто к нам на этап? Да, приехал чисто так вот, в гости, скажем так, за город Ачинск маленько выступил. А ты в классе любителей поехал? В классе новички, да, потому что я у вас тут ни разу не был нигде. Ездил только в Ачинске у себя на озере. А в основном, ну, драгрейсингом занимаюсь. А, серьезно? Там у вас в Назарово, да, гоняете? Не, в Назарово уже давно не проводят, наверное, года два последний раз. А так в Саяногорске ездим. Как вам наша трасса? Трасса очень хорошая, как бы, ну, организация прям на уровне. Понравилась трасса, как бы, скоростная. Драйва она много придает, как бы, страшновато бывает даже. То есть на прямиках разгоняешься, ну, где-то 100-110 скорость по льду, как бы. Ну, как бы, вот, как-то так. Ну, стараемся. Может, еще на следующий этап приедем, если будет возможность. И на последний этап приедем, если, ну, обстоятельства сложатся так, что как бы. Посмотрим, что сейчас займем, не займем какое место, а там дальше будем уже ориентироваться. Потяжелее? Ну, то взвешивал я его, получился тонна 80, это примерно как стоковый москвич весит. Ну, у меня маленько там салон подразобран без сидений, то есть вот так вот. Вес тонна 80, тонна 100 ориентировочно, как бы. Ну и вот по лошадям, то есть 260 на нем. Первый мотор, который я сюда ставил, тоже Honda, тоже такой же, только он объемом 3 литра и 210 сил был. И на переднем приводе. Вот, а потом уже как бы перешел на полный. Subaru или Evo, или Toyota, или Mitsubishi? Кто попадет на тумбочку? Ну, думаю, Mitsubishi должна. Mitsubishi должна. Целая команда из трех машин. В идеале бы, да. В троечка бы вот всю тумбу забрать. Понял. Что скажешь про наше озеро? Да замечательно все. Прекрасно. Трасса великолепная сегодня. Лед вообще четкий. Ровненько все. Но железки, приезжайте в железку, кстати. У нас там лед будет круче. Круче еще? Да, мы залили его. Залили даже? Да. У вас первый на какой машине едет? Первый у нас на двенашке, по-моему. Вот этот, наверное. На простой двенашке. Ну, не знаю, первый раз он на ней приехал. На льду на самом деле без разницы, простая машина или сложная. Да. На льду два фактора: резина и водитель. О, правильно. Машина, ну, практически за никакого значения не имеет. А вы на мишинах оба? Да. Получается, Hyundai Solaris. И Рено. Рено Прио.
еду на стандартной Toyota Caldina GTT. Давно участвуешь? Участвую 10 лет. И дальше будешь участвовать? Да, пока да. Эмоции яркие получаешь? Конечно. На последние пару лет понаехало машин свежих. А как думаешь? RX, Evolution всякие. Всякие, да. А как думаешь, народу в полном приводе прибавляется с каждым годом или убавляется? Ну, последние три года прибавляется. Стабильно прибавляется, да. То есть становится уже тяжело в квалификацию заехать. Это радует. Это да, это радует. Борьба. Скажи, какие ты таблетки съел? Да я что-то психанул, Жига просто что-то не ехал. Напустел, она просто аж сиденье вжимает. Ну что, поздравляю тебя. Вообще, волнительный момент, конечно. Да? Ты сильно волнуешься? Да ты что, меня, блин, до сих пор трясет. Да? Как бешеного, я там стоял, у меня нога на педали вибрировала. Сначала скиньтесь мне всей толпой на шлем. Второе место. Да, ага. Константин. Я куда три буду в новичках? Четыре. Тебя поднимем. Да, спасибо. И первое место. Куртушов Никита. А его нету. Третье место. Куртушов Константин. Костя. 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 Не хватит, что ли? Где пропал? Второе место. Зайцев Борис. Позорник. Проиграл. Ну и первое место. Шилкин Павел. Погодите. Спринт. Третье место. Синицын Михаил. Второе место. Мирошниченко Дмитрий. Дима. Где он? Не хочет. Дима. Мирошниченко. Первое место. Водяков Александр. А где он? Удивительно. Как так? Саня, как так? Первый раз. Как он без машины заходил? Так, погоди, фотографию делал. Второе место. Петренко Артур. Первое
ниже. Опа, аккуратно. Хватит, да? Я не понял, ты только что тут уже был. Не, я обычно сейчас начну. Тогда задом ехал. А что сделать, значит? Погоди. Дед Диман. Славика, Славика. Когда вам напекало сегодня? Серега, что поговорить? Второе место. Витягин Игорь. О, стабильно. Стабильно, стабильно, подойдет. А, так все. Положено. Первое место. Васильцов Дмитрий. Мужики! Как я? Вот с этой самоуверенностью, Дим, я не буду понимать, что будет. Но где-то там все равно. А уже собираем. Все. Всем спасибо. Ждем на третьем этапе через 2 недели.